Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию день рождения ребенка. Отмечается 7-летие и ожидается интересное меню. Дети будут сами готовить пиццу, а родители ее кушать. Приятных просмотров, дорогие мои! Почти все в сборе. Но еще ожидаем гостей, поэтому маленькая задержка, где детям предоставлено кафе, простор и все, что в нем находится. Многие дети не сразу могут привыкнуть к новой обстановке, поэтому находятся близко возле мам. Но кто постарше, желают быть самостоятельными. Каждый был когда-то мал, каждый многого не знал, но по жизни интересно пробежаться с легкой песней, любознательность включить, чуточку вообразить, подсмотреть, какой гранит взрослому тебе грозит. Все, по-моему, серьезно. Закачу-ка рукава, постараюсь непременно. Голова ж как жернова, переварит, перемелет, все запомнит, вправит мозг. День сегодня снова новый. Мама, папа, есть вопрос. А жизнь распорядилась, и наши дети собрались для новых успехов в своей жизни. Ну что, идет подготовка. И будут готовить пиццу. Пиццу готовить будут сами дети. Хорошо, тогда сегодня будем с вами учиться готовить пиццу. С чего состоит пицца? Давайте будем разбирать. Из теста. Конечно, тесто. Но не только из теста. Что еще мы туда будем добавлять? Закатывайте. Сейчас каждому насыплю немножко муки. Мука нам для чего? Кто мне скажет? Для чего? Нет, тесто у нас уже готовое, тесто делается долго. Мы с вами это еще разберем. А сейчас нам мука для чего? Прежде чем мы будем с вами ложить тесто на доску, посыпем мукой. Что? Да, надо громче, посыпать на досочку, давайте. Чтобы не прилипало тесто. Смотрите, да, чтобы тесто не прилипало ни к доске, ни к нашей скалке, мы с вами берем руками, растираем по всей доске. Желательно так, чтобы мука оставалась на доске, а не за ее пределами. Руками-руками растираем. Вот наше тесто. Тесто делаем заранее, тесто должно подойти, постоять, потом раскидываем его по шарикам, чтобы было нам с вами удобно раскатывать, и также на пиццерии, чтобы тоже было его удобно катать. Хорошо, смотрите, что мы сейчас с вами делаем. Я каждому кладу шарик теста, да? Мы его обильно посыпаем мукой, для того, чтобы оно не прилипало. Вот это
огромный кусок. Работает специалист. Вот смотрите, не переминаем его, как я положил. Сверху обильно посыпали мукой. Хорошо? Берем муку, посыпаем. Не больше и желательно не меньше. На всю доску. Ну-ка. Смотрите, как уже. Почти растянули тесно. У кого лепешечка побольше? Сейчас я все расскажу. Зачем нам ложки? Зачем нам соус? Смотрите, соус будем сейчас с вами. Берем руками, конечно. Наконец-то. Вы же маленькие повара. Поверх соуса. У вас ручки чистые. Стараемся сыр ложить не в одну кучу, а стараемся распределить его по всей нашей пицце. Куриное филе, томаты и консервированный ананас. Вот в таком порядке, как я назвал, должны выкладывать вы. Но вы кладете в том порядке, в котором вам нравится. Поэтому берем то, что кушает, берем себе в пиццу, кладем.
А зайцы-кролики наблюдают, как дети готовят самостоятельно пиццу. Держитесь, все мальчишки. Вот это же штанишка. Давай, давай. Папа помогает побольше ананаса подложить на пиццу, чтобы она была более сочной. Когда будете уже дегустировать? Хорошо. Что с вами добавили? Да. Собираем тарелочки, молодцы. Пиццы готовы. Так как у нас с вами пицца необычная, да? Я думаю, все любят картошку фри. Супер, выкладывайте на пиццу. Ее можно кушать, она в готовом виде. Кто не хочет выкладывать, можете кушать. Картошечку на пиццу можно. Картошечка фри. Вечер удался, настроение хорошее. Ой, руки не знаю куда. Величи, посмотрите, у него все, и сыра много, и картошки тут, много. Тут картошки фри не видно, но она там здесь, ее будут чувствоваться по всему, потому что я их спрятал под ветчину, под помидоры. Мы ничего не забыли, да? Все положили. Ага, масло, и все потом найдется, да? Смотрите, для того, чтобы мы не перепутали ваши пиццы, я каждому скажу цифру. Я буду выбирать пиццу и говорить вам цифру. Вы ее должны заполнить для того, чтобы мы их не перепутали. Хорошо? Окей? Моя цифра один. Пиццы уносятся в печку. Смотри, что мы с вами будем делать дальше? У нас есть. Так. Смотрите. У нас есть специальная такая ложка, которая делает шарики мороженого. Вы, наверное, знаете, все мороженое любят. Сегодня вы попробуете делать шарик. Каждый сделает по шарику мороженого. Да. Смотрите, я покажу, как делать первый шарик. Хорошо? Да. А потом делает каждый. Заодно скажете, как это, легко или просто? Смотрите, видно всем? Да. Смотрите, понемножку тяну. И в конце у нас получается вот такой вот шарик, похожий на улитку. Его отправляем сюда в молоко. Держите, держи. Нос убирайте с продуктов. И плавают сверху. Такой девочек красавец. Видно? Супер. Сейчас мы будем с вами добавлять клубнику.
Фигачка. А сейчас клубничку принесут еще. Да? Да? Да, да, да. Да, да, клубничку принесут еще. Клубничка. Угу. Обожаю. Клубнику я обожаю. И где они ее взяли? И где они ее взяли? Давай, будем добавлять с тобой клубнику. Немножко пошумим, да? Да. Так, ну сейчас так, посмотрим. Смотрите, сразу, ну, какая наша шарика рабочая сверху, машина. Сразу может быть немножко будет брызгать. Ну, мы постараемся, так? Так, а потом я уже покажу поближе. Кто-то сверху, а кто-то снизу уже определился. И начинается программа. Ну там именинник, да, тебе покрутить. Идёшь? Давай, проходи. Давай сюда. Смотри, что мы делаем. Я скажу кнопочку нажимать, тогда нажмешь. Сюда руки не подсовываем, ни в коем случае. Договорились? Я немножко буду регулировать обороты. Оно будет немножко громче вот. Нажимай. Нажимай. Хорошо. Держи кнопку. Держи. Я добавляю обороты. Очень удобно. Держи кнопочку. Кнопочку держи. По-взрослому. Да. Ник, собрать, чтобы сфоткать. Останови Сашу, скажи. Сейчас. Пицца номер 7-я и 6-я. Сашка, с днем рождения! Thank you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Вечер, созданный для детей, подошел к концу. И я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.